Мы на месте. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Я даю команду сканеру. Сканер, у нас есть команда, у нас есть программа для сканирования беременных. Трансформируется. Есть. Отлично. Включаю эту программу. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Екатерины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Екатерины. Находит все. Не, бес выскочил сразу. Синий дракон, инкуб и арахноид. Считай, пожалуйста, цифру беса над головой. 8. 8-герцовый. Что ты делаешь в биополе беременного человека? Он не понял вопрос. Как одно к другому относится? Еще и как относится. Там две жизни вместо одной. И ты на две жизни позарился, да? Он ни на что не позарился. Он зашел на свою волну. Какая твоя волна? На что ты зашел? Непонимание и крики. Понятно. Сколько ты находишься в биополе Екатерины? 8 месяцев. Значит, все последние 8 месяцев скандалов это было с твоей помощью? Я зашел на это. А что ты делал, находясь в этом биополе? Как ты это все утяжелял? Подпитывался. Как ты утяжелял, а не то, как ты подпитывался, я спросил. Каким реакциям ты ее принуждал? Бес, я что ж, тебя буду по слову выдергивать или как? Он говорит, что там не я один. Я лишь собираю весь негатив. То есть ты хочешь сказать, что ты ничего не делал, да? Хвалил ее за такие реакции. Ты только хвалил, больше ничего? То есть она испытывала какую-то гордость или как? Нет, это ступор, чтоб реакция не менялась. А, была такой же постоянной. Угу, понятно, пусть Екатерина это примет к сведению. Хорошо, я даю команду тонкой копии Екатерины спроецировать все энергетические каналы и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственных за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, подходит каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные, низковибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Считаю у синего дракона цифры над головой. 16.42. 16.42. Сколько ты находился в биополе, синий дракон? 3 года. Что ты установил в ее биополе? Где эти платы находятся? Сердечная чакра. Хорошо. Что ты ей транслировал, что ты забирал оттуда? Как они действовали, эти платы? Эмоциональный фантом собирал. Эмоциональный фантом собирал? То есть ты... Трансформировал эмоциональные энергии в свою плату. А, вот как. На чистую энергию. Mm-hmm. Сердечные чакры. Понятно. А взамен что ты дал? Он показывает вот эта плата в зеленой чакре. Да, в сердце, ну. Она как магнит притягивает ее на эмоциональные... Ах, вот как! Реакции. Даже не реакции, а эмоциональные события. Ничего себе. С людьми, с которыми она встречается. Дракон, это, по-моему, уже более такое очень серьезное вмешательство. Не знаю, может тебе сегодня сдать межгалактическую полицию за такие эксперименты. Это не эксперименты, это обычная практика. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 1,5 года. И арахноид, сколько ты находился в биополе? 12 лет. Ой, какой ты долгожитель. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Я лишь хочу рассказать, как она выглядит. Вот... У нее живот, когда сканер стал сканировать, он как в круглой такой защите фиолетового цвета вокруг. И так она и выглядит. То есть он посередине как защищен все. Mm-hmm. Отлично. Ребенок, шар. Да? Да. Отлично. Благодарю, сканер. Хорошо.
Реверс закончился. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Екатерина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Екатерина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Синий дракон. А ты видел, что эта женщина ждет ребенка? В ней находится другая душа. Видел это? Это ненадолго. Видел. Синий дракон, а теперь представь себе вот твое яйцо. Вот я подхожу и начинаю бить его ногами. Ты еще не вылупился, а я тебя уже бью. Как ты думаешь, каким ты вырастешь? И вырастешь ли ты вообще из этого яйца? Вот это делал ты, синий дракон. Нет, я лишь забирал то, что она проецировала и трансформировала. Как реакции она это... поменять в ее худшую сторону? Возможностях, не в моих. А мне кажется, что ты усугублял это все, провоцируя ее на скандалы, на негативную реакцию своими платами и неправильное восприятие. Я не сказала, что я делал негатив. Я сказала, что я собирал эмоции и чувства. И притягивал как магнит людей, с которыми она могла эмоционировать. Это не обязательно негативные энергии. В общем, подбивал постоянно человека на эмоции. Понятно. Реверс закончился. Хорошо, отлично. Арахноид, выходи. Вытаскивай все свои иголки, паутину, жидкость, все вытаскивай. Возвращайся назад в клетку и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, он просто сгорит в клетке тюрьме по каналу. Я предупредил. Давай, Арахноид. Арахноид наплел на ней паутины. Лицо, плечи. 12 руки. Лет. Малклоп, да вонючий. В голове установок у нее наставлено. Его установок? Да, у него там место и иголки, ой, жидкость. Кошмар. Ты знаешь, какой реально какой-то фильм ужасов. Если это... Готово. Да, увидеть своими глазами. Хорошо, инкуб, выходи. Все снимай, ничего не забывай. Ошейники, что у тебя там, ленточки, полоски. Где он снимает, Вера? Везде. Шея, руки, интимные места, грудь, везде. Готово. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Не забывай забрать свои энергии. Приступай. И возвращайся в клетку-тюрьму. Все его энергии находятся в платье. В платье? Плата, которая стоит в сердечный чак. В платье. Хорошо, я даю команду. Он, эта плата вышла? Ну, он отключает. Отключает. Достает. Хорошо. Да, вынес. Хорошо. Выстраиваю от Екатерины. Прямой канал к этой плате. 1, 2, 3. Реверсом отдаю весь негатив, который, возможно, остался в ее биополе от этой платы. Там какая-то неудовлетворенность, неспокойствие возвращается. Хорошо. Как будто она ищет что-то постоянно. Это шло от платы. Дисгармония какая-то. Готово. Устанавливаю фильтр золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса. Забираю из этой платы. 2, 3. Мощный поток пошел назад. Ей что? Возвращается спокойствие. Вот. Созидание. И энергии по 7 чакрам. Все возвращаются в цвета. Дракон, это перебор, то, что ты сделал. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Почувствовал себя абсолютом или как, дракон? Убери, он просит выключить. А она тебя просила выключить твои платы. Ты что-то делал? Нет, давление на голову у него идет. Ну, бывает. Сильное. А как ты думал, у нее давление на голову ее было? Какое? Выключаю. Печать дракона. Закончился реверс. Хорошо. Открывая под платой портал в галактическое ядро, платы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо. Поехали дальше. Бес, выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Приступай. И рассказывай, где что находилось. В ногах у него высокие гольфы. С обогами заканчивается. Руки веревки, да?
Нет, нету энергии, есть в ладошках. Красные комки. Все снял. Лярвы есть в биополе Екатерины? Нет, оно будет на языке скоро. Хочешь забрать то, что если там не есть? Поменяет реакции. Понятно. Там есть что-то забирать или нет? Все выдавится это. Лярвы нет как таковой. Хорошо. Эмоциональный фантом заберешь? Заберу. Хорошо, время придет, я тебе дам отдельную команду. Отлично, включай внутренний белосвет Екатерине. И на счет три Екатерина выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии, оставшиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет, свет выдавливает это все, и эти энергии формируются перед ней в шар. Готово. Большой? Нет, небольшой. Открывается под ним портал в галактической ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, все прошли проверку, буду отпускать. Арахноид, ты больше в это биополе не придешь. Понятно тебе? Понятно. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на чистоту, на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, синий дракон, я хочу от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Даю слово. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Синий дракон забирает, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Екатерины и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю рационную ей же сгенерированную, проецируется на эмоциональном фантоме. У нее очень мыслеформ много, которые она додумывает. Они несут ей только негатив. Вот это все вышло сейчас. Хорошо, Екатерина, вы видите этот шар? Видите, ваша энергия? Это все вами сгенерированная. Это не чужие, это ваши. Она видит, да. Вы готовы с этим расстаться? Готово. Хорошо, скручивай этот шар. Бес забираешь? Да, ждет. Отправляя бесу. Он говорит, хоть что-то поимел. Ну да. Хорошо, готов уходить? Пускай. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте. Беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Из того огненную пентаграмму. Готово. Клетка пустая? Да. Отлично. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она чувствует энергию гармонии внутри себя. Ну, вот это замечательно. Все к вам вернулось. Хорошо, у нас осталось 10 вопросов к вашему куратору. Мы сейчас будем приглашать его. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Екатерины. Там мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Екатерины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Ион. Ион. Приветствуем вас, уважаемый Ион. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Екатерина. Она обратилась к нам с просьбой убрать из нее всех интерферентов, что мы и сделали. И у нее еще осталось 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти 10 вопросов? Приятные ощущения. Приветствую всех в этой комнате. Приветствую. Благодарю за это намерение встретиться со мной. Буду рад ответить на вопросы и улучшить состояние души, которая взяла на себя ответственность за другую душу. Благодарю вас. Я тогда, с вашего разрешения, начинаю с первого вопроса. Чтобы вас не перебивать, как вы закончите свою мысль, просто скажите «я закончил». Я буду знать, что можно переходить к следующему вопросу. На удивление, она не спросила в своих вопросах, откуда она пришла, поэтому я начинаю с первого вопроса. Какой уровень моего высшего «я»?
10 уровень высшего я. Благодарю вас, уважаемый Ион. Можно продолжать? Пожалуйста. Второй вопрос. Иду ли я по моей жизненной программе? Если нет, то что нужно мне сделать? Ты прекрасно справляешься с поставленными задачами. После чистки я надеюсь, что уровень твоего развития будет идти намного быстрее. И высшее я будет переходить на следующий уровень. Как куратор, именно это моя задача – вывести тебя на другую уровень осознанности. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Ион. Третий вопрос. Сколько у меня кармических узлов впереди? 3 кармических узла впереди. Я просто хотел на этом месте сказать, куратор всегда отвечает прямо четко на вопрос. Правильно было бы, конечно, спросить, сколько у меня кармических узлов было и сколько осталось, но человек захотел узнать, сколько впереди. 3 узла. Ответ получен. Благодарю вас, уважаемый Ион. Я перехожу к 4 вопросу. Пожалуйста. Какие основные у меня задачи и уроки на это воплощение? Осознание самой себя. Как я уже сказал выше, это переход высшего я на другое уровень. Это возможно только если душа развивается, меняет реакции, черпает информацию, пересматривает свою деятельность, свои ответы, свои поступки и таким путем растет, берет ответственность на себя. Это самое важное. Но при этом душа не должна останавливаться в развитии. Доброта – это главное. Точка отсчета для развития души. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Ион. Следующий вопрос, 5. Почему у меня не складываются семейные отношения? Я не замужем. И что для этого нужно сделать? Идти вперед и не бояться. Ты приняла на себя прекрасную ответственность. И если ты дальше будешь идти путем развития, твоя жизнь сложится в том направлении, которое ты ищешь. Но для этого не нужно стоять на месте. Я закончил. Благодарю вас. 6 вопрос. Отец моего ребенка – это кармический узел? Нет, это не кармический узел. Ребенок – это твой учитель и защита. Я закончу. Я благодарю вас. 7 вопрос. Как мне защититься от негатива, ссор с родными и конфликтов? Меняя себя изнутри. Дай каждому близкому человеку взять на себя свою ответственность. Не надо брать на себя всю ответственность за всех окружающих. Ты уже взяла ответственность за определенную душу. Эта ноша не по тебе. Нужно распределить обязанности на всех. Если ты видишь, что люди вокруг тебя не меняются, поменяйся сама, поменяй свое отношение и сбрось с себя часть обязанностей, которые ты сама взвалила. Думая, что таким путем ты помогаешь, но таким путем ты лишь расстраиваешь свою душу. Я закончил. Благодарю вас. 8 вопрос. Возле меня есть родственные души. Если есть, то кто? Твоя встреча с родственными душами впереди. Произойдет она, когда ты сонастроишься на правильную волну гармонии, ответственности и научишься говорить слово «нет», защищая себя этим словом и не принимая чужую ношу на себя. Я закончил. Благодарю вас. 9 вопрос. Какие таланты я имею и что нужно развивать? Как я уже сказал, все начинается с доброты. У тебя много талантов. Но самое главное для тебя сейчас – это вложить все твои силы и энергии в материнство и дать почувствовать этой душе защиту матери, дать силу этой душе, показав своим примером гармонию и любовь.
Я закончил. Благодарю вас. Десятый, последний вопрос. Как мне установить связь с куратором и высшим я? Я отвечу на этот вопрос. По связи с куратором лишь могу сказать, что я всегда тебя слышу и даю тебе знаки, которые ты тоже слышишь, раз мы сегодня встретились. Мое имя ты знаешь. Связаться ты можешь со мной, позвав меня. Но для этого твой ум должен быть в спокойствии и гармонии. Только так ты можешь различить правильный ответ. Если ты не поймешь ответ, смотри на знаки вокруг себя. Слова, которые произносишь ты и другие, а также все, что тебе попадается и часто слышится. Это важные ответы от меня. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Ион. У нас 10 вопросов было. Мы ответили на все эти вопросы, вернее, вы ответили на все эти вопросы. Мы благодарим вас за это. Если вы хотите от себя что-то еще сейчас добавить или активировать, может быть, стержень, я не знаю, правда, откуда эта душа, она не интересовалась. Все, что нужно знать на сегодняшний день, было спрошено и отвечено. Замечательно. Тогда у меня остались заключительные два слова. Вы не знаете об этом, но в этой комнате диагностики, где такие высокие энергии и вибрации существуют, также очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок на добрые воспоминания. И, Верочка, в твоих руках появляется корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем уважаемого куратора Иона, будет ли он так любезен взять этот подарок на добрые воспоминания об этой встрече в знак благодарности от нас, от Екатерины, Веры и меня. Я бы хотела заметить, что я не забуду эту встречу и без подарков, но подарок вносит определенный вкус. Безусловно. Нам очень приятно. И обмен душевных энергий. Я благодарю вас за этот подарок. И я благодарю вас за эту прекрасную встречу, уважаемый Ион. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, она еще захочет задать Екатерина вопросы своему высшему я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и берем его с собой на этот уровень. Поэтому я говорю до скорых встреч, передавайте там, откуда вы пришли, что мы всегда рады. Если вдруг куратор достучится до своего подопечного, мы всегда свою работу сделаем, откроем двери, уберем интерферентов, чтобы его развитие не тормозилось. Благодарю вас за эту возможность. Хорошо, Верочка, мы закончили встречу и будем прощаться. Я говорю тогда, рассинхронизируйся, Вера. Готово. Отлично. Екатерина, мы закончили сейчас встречу с вашим куратором Ионом. Вы получили ответы на ваши вопросы. Вам все понятно? Мне очень много понятно и очень много, что нужно проработать в себе. Тогда мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы вы могли этим сразу и заняться, и чтобы все энергии перешли сразу на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.